Более 150 творческих работ юных художников украшают родные для многих стены Центра дополнительного образования детей и молодежи. И именно здесь, в центральном зале, проходило торжественное подведение итогов и награждение победителей открытого городского конкурса «Отлюстрование часу». Они очень разные. Разные по темам, разные по возрасту детей. Они очень непосредственные, особенно детские работы. Ну и графика, надо сказать, что позволяет, она позволяет, как бы вам сказать, маленькому ребенку довольно быстро, непринужденно вот именно выразить то, что он хочет. И при том это, если дать ему фломастеры, цветные карандаши, у него получается быстрая, яркая работа. Это всегда прельщает. Но, конечно, постарше ребята, особенно вот у нас в этом году очень много награжденных средней школы номер 10. Это взрослые работы, это серьезные работы, где есть уже линогравюра, где есть печать. На выставке были представлены работы участников от 5 до 17 лет. Для творческого воплощения юным художникам были предложены 5 разных тем. Волчок Вероника, например, вдохновилась красотами родного города и выразила это в своей работе. Ее труд был оценен по достоинству. Девушку наградили дипломом второй степени. Я вдохновилась на создание этой работы тем, что очень люблю гулять по паркам. И вообще, я рисовала эту работу в новой технике для себя. Я нарисовала ее пастелью. Я постараюсь больше создавать работ в этой технике, потому что мне очень понравилось. И пока кто-то открывал для себя новые техники, другие пробовали себя в роли мастера. Нет, не кисти, а мелков и фломастеров. 8-летняя Анастасия Данильчук нарисовала «Заячий рай», за что была и удостоена диплома третьей степени. Я нарисовала мечту каждого зайца в поле с морковками. Я эту работу рисовала фломастерами, маркером, белыми мелками. Сначала я набросок карандашом сделала, обвела все черным маркером, сделала штрихи, некоторые места закрасила полностью. Мне моя работа очень понравилась, потому что я очень-очень люблю зайцев и кроликов. Такие конкурсы – отличная возможность как для педагогов, так и для участников обменяться опытом и узнать новое. Выставка «Отлюстрование часу» – только начало большого проекта, который будет продолжаться в течение года.